Спасибо русскому солдату. Спасибо русскому солдату за то, что в очередной раз он ценой своей жизни, с риском для своей жизни, спасает мир от очередной катастрофы, отодвигает приближение Третьей мировой войны и спасает остальные страны и весь мир от катастрофы. Это закономерно. Россия никогда не спасалась одна. Она в ущерб своим интересам, в ущерб своим гражданам, ценой жизни своих граждан, спасает остальные страны. Вот сейчас, наверное, происходит такой, настал момент истины. И для России в том числе. Люди не бесконечны. Это очень тяжело, печально, прискорбно и страшно, когда умирают люди. Но то, что происходит сейчас на Украине, в Украине, это необходимость. И спасибо огромное России и русскому солдату за то, что она взяла на себя ответственность и смелость в очередной раз для того, чтобы спасти весь этот бардак, который происходит. Но момент истины заключается в том, чтобы понять, все-таки еще раз понять, проанализировать и сделать выводы. Кто друг, кто враг, для того, чтобы знать, кто тебе в спину будет стрелять, а кто плевать, а кто действительно станет рядом и будет защищать. Вот для этого нужно сделать выводы. Для того, чтобы в дальнейшем не терять своих граждан, своих солдат, да и в принципе самых лучших своих сынов. Наверное, уже достаточно. Если ресурсы еще там есть какие-то ископаемые, нефть, газ, то люди уже ресурс не безграничный. Надо поберечь людей. Вот для этого нужно сделать выводы и посмотреть, кто друг, а кто враг. Это касается и стран, отношения между странами, это касается и своих же граждан. Очень внимательно посмотреть на элиту, на певцов, на комедиантов, на всех. На всех, кто кормится, кто присосался, кто насосался, кто откормился. И что происходит сейчас? Я думаю, это очень важно.